Здравствуйте всем, я из Украины, из Одессы, друзья. Хотел бы поговорить на такой интересной теме, друзья, по поводу же. А как же, друзья, разница, друзья, между вообще радиоуглеродными, друзья, часами, скажем так, да, и, друзья, орбитальными часами, друзья, что, друзья, они, скажем так, вообще показывают, да. Нужно, друзья, для этого понимать четкую, друзья, разницу, как говорится, что, как, зачем, почему. Что, друзья, поехали, разберем. Сначала, друзья, нужно понимать такую вещь, что, как, знаете, часто бывают там эволюционисты, и все, часто любят такую вещь, как радиоуглеродные методы, да, друзья, используют там С14, то есть такое есть вещество, друзья, по которому определяют, что и как, да. И начинается, друзья, из этого неправильная датировка. Можно придумать, что, друзья, там, там какой-нибудь слону там миллиард лет, какому-нибудь там, ну, мама тут какой-нибудь, да, там динозавру там миллион лет, что хочешь. То есть, и там очень, друзья, знаете, кажется, неверная вот шкала, да. То есть, вот так можно, таким образом, друзья, можно датировать, что Сталин умер там не в 1953 году, да, допустим, там, да, примерно там, да, в 54-м, да. А вот умер где-нибудь там в каком-нибудь там, там 3 миллионам 100 тысяч там 73-й год до нашей эры, так можно так сказать, друзья. То есть если такие методы использовать, то можно дойти до такого абсурда. Вот. То есть это, друзья, так скажем, такие методы, которые где-то имеют свою погрешность и так далее. То есть это часто, знаете, спекулирование людей, которые любят эволюционизм, и на этом, то есть, как бы, дует весь народ, все человечество, так? Друзья, а есть момент, как и орбитальные часы. Это, то есть, это тогда, когда вот сильно есть космос, да, да, настоящий наш великий, да, такой вверху торчит, да, вот скажем, да, там вверху. Там, друзья, есть все четко по законам, там, гравитации и так далее. Да, все их установил наш всемирный программист, Господь Иисус Христос, так? И, друзья, то есть там четко, по нем все четко видно, что, как и зачем. Да, сколько нужно там скорость до куда-то долететь, да, сколько, как, зачем и почем, как говорится, нужно времени на все на то тратить, да. То есть, ну, какой скорость нужно, сколько времени надо долететь до, там, до Марса, так, так далее, и так далее. То есть, это, друзья, нам как раз Господь дал четкие такие понимания, да, что мы четко смогли это вычислить, как говорится, что, как и зачем. И поэтому, друзья, нужно понимать очень внимательно эти все вещи и понимать, что по этим часам можно понять, что Земля тоже молодая Земля, Солнце молодое, то есть порядка 6-7 тысяч лет, друзья, вот кому-то нравится, не нравится, друзья, кто не знает, как говорится, перепрошивайте свои мозги, чтобы быть, как говорится, жить не в иллюзиях, в эволюционистских неведениях, да, там про миллионы, миллиардов лет, а жить реально, друзья, ну, в реальности, да, про 6-7 тысяч лет. И тогда, друзья, будет очень много чего понятно, что Земля 6-7 тысяч лет, друзья, и Земля и молода, и Солнце молода. Это показывает, друзья, четко на четкий возраст Библии. То, что Библия, как она есть, истина, пусть и жизнь, друзья. Действительно, в Библии все прекрасно и благословенно, друзья. А для этого нужно, друзья, четко изучать Слово Божие, четко изучать Библию. И таким образом мы четко сможем понять, что Библия всегда есть права, она гиперточна. И, естественно, все, друзья, и растет и настоящее доверие к Слову Божию, потому что, друзья, именно Слово Божие нас отправляет в вечность, в рай, друзья. Ведь мы помним, что ад — это место вечного мучения, а рай, друзья, — это место полного счастья, радости, друзья, и благодати. То же самое, друзья, как здесь, друзья, в Одессе, шикарно, друзья, в парке, с прекрасной романтической атмосферой, друзья. Только в раю все еще будет бесконечно разлучше, друзья. Поэтому ссылочку я оставляю на полное видео в описании, друзья, где наши уже апостолы все детальнее, друзья, разберут тему. Поэтому, друзья, обязательно смотрим Слово Божие, питаемся, друзья, истинными знаниями, друзья, и, скажем так, пропитываем все свое естество настоящим Словом Божьим, то есть истиной. И таким образом, друзья, шаг за шагом протаптываемся дорожечку, друзья, в вечность, в рай. Аминь.